Сегодня я расскажу о фигурке «Маленький рыболов», автор «Гореликов», скульптор Каслинского завода. Такая забавная фигурка, она мне сама нравится из детства. Мальчик в кепочке с удочкой, нанизывает крючок для рыбалки. Такая она интересная. Со всех сторон сейчас покажу ее. Довольно-таки высокая. Хватит. Вот. Не хватило даже. Больше 30 сантиметров. Где-то 34 сантиметра с удочкой будет. Клеймо. Косли 86 год. Сделано в СССР. Такая довольно редкая. Очень интересная фигурка.